Всем привет! Это видеоверсия сайта военноедело.ком. Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. Турецкий лидер Тайип Эрдоган снова заявил, что Анкара не признает российскую принадлежность Крыма и будет продолжать следить за положением крымско-татарского населения полуострова. «Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины и не признаем незаконную аннексию Крыма», цитирует РИА Новости турецкого президента. Такое заявление Эрдоган озвучил журналистам перед своим вылетом на Украину. Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года народного референдума. На Украине эту территорию считают временно оккупированной, а многие страны Запада называют Крым аннексированным. В Кремле неоднократно сообщали, что присоединение полуострова было проведено в полном соответствии с уставом ООН, а вопрос принадлежности этой территории закрыт раз и навсегда. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте военноедело.ком.